Вы уже здесь. Добро пожаловать снова ко мне домой. Доброе утро. Сейчас допьем быстренько чай, побежим на тренировку. Сегодня у меня, к сожалению, не как обычно шоколадка, а всего лишь хлебцы с арахисовой пастой. Подсел я что-то в последнее время на арахисовую пасту, и вы меня спрашиваете, кстати, готовлю ли я ее сам или покупаю в магазине. Ответ – покупаю. Кстати, о покупках. Хотел вас спросить уже, я вас. Часто ли вы совершаете покупки за границей через интернет? Лично я делаю это регулярно, потому что либо этих товаров нет в России, либо они дешевле, чем в России, а чаще всего и то, и другое. Особенно если получается нарваться на какую-то супер распродажу типа Black Friday или как, например, в Китае День Холостяка. День Холостяка – это китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября, посвящен людям, не состоящим в браке. Это значит, что я его отмечать не буду. В последние годы сложилась тенденция, что к этому магическому китайскому празднику многие китайские торговые центры начали приурочивать свои распродажи. И 11 ноября в Китае стал сродни знаменитой американской «Черной пятнице». И JD.ru, лидирующий популярный интернет-магазин мира, запускает распродажу. Распродажа стартует 9 ноября в 11.11, закончится 13 ноября. Тысячи товаров с огромными скидками, цены начинаются от 5 центов. Успей купить, переходи прямо сейчас по ссылке в описании. А я пошел на тренировку. Вот мы в зале, начинаем разминку. Сегодня нас ждет очень непростая тренировка, точнее тест. Я понимаю, что это все совершенно неприменимо к большинству зрителей, к большинству из вас. Поэтому вы просто можете, сидя за завтраком, или за обедом, или за ужином, все это посмотреть. Может быть, будет интересно замотивироваться слегка и пойти в зал потренироваться в своем стиле. Ну а самые смелые и самые подготовленные, если захотят, смогут повторить. Мы будем делать тест на определение уровня тренированности, готовности атлета, кроссфитера, кроссфитчика, кроссфитера. Данных тестов существует несколько, но мы будем делать сегодня тот, который предлагает нам Бен Берджерон. Бен Берджерон является известным тренером, которому доверяют составление программ многие топовые кроссфит-атлеты. И называется этот тест Берджерон Deep Test. Это простое задание, предлагающее испытуемому закончить максимальное количество раундов, состоящих из 7 трастеров, 7 подтягиваний и 7 бурпи. На выполнение раунда выделяется минута, результатом является число полных раундов. Далее смотрим таблицу. Автор отмечает, что тестирование направлено не только на определение физических кондиций, но и на психологическую готовность. Виталий, по вам видно, что вы психологически готовы к комплексу? Конечно, потому что все, кто занимается кроссфитом, реальные психи. Значит, открываем таблицу, и что мы видим? 20 плюс, то есть это 20 кругов и более. Супер элит спешалистс. 18 плюс, 18 кругов и более. Games level athletes. То есть это уровень спортсмена, выступающего на CrossFit Games. 13 кругов и более. Regional Level Athletes. Атлеты уровня региональных игр. И 9 плюс Open Level Athletes. В общем, это атлеты уровня, так сказать, всемирного онлайн-отбора на игры. Вот к этому результату мы и будем стремиться. Наша задача показать сегодня 9 кругов и более. We'll be right back.
Я поймал лосето. Лосето вот так? Да. Будем что-нибудь умное говорить в конце? Да чего? Миша почти готов на опены, а я почти готов на бороду. Да. Ну нормально, что, класс. В общем, вы тоже готовьтесь. Там у нас на самом деле на двоих смешаний получилось, что мы вдвоем проходим на региональные 8 плюс 7. Получается 15. Да. Так что мы по-любому преодолели планку 13 плюс. Мы на региональный вот так пойдем. Вдвоем. Они скажут, да вдвоем нельзя, мы скажем, а мы один организм. Круто. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Всем счастливо, до встречи, увидимся, пока. Да, пробуйте, работайте. Стремитесь вперед, не обязательно на соревнования. Просто изо дня в день улучшайтесь. Да, нормально. Все. Вообще клево. Мотивация. Всем пока. Хорошо.